Это всем здравствуйте. Сегодня 5 апреля. У моего отца, который идет там впереди, день рождения. И мы сегодня прибыли на водохранилище, на котором я последний раз зимой рыбачил, наверное, лет, не знаю, 15 назад. По старой памяти рыбка начала здесь поклевывать. Весна, тепло, хорошо. Впереди дорога, наверное, километров полтора пойду. Ну, в общем, душа радуется и поет. Пришли мы на место. Вот такая вот кругом красота. От берега тут примерно километра два. Все в тумане. Сейчас будем рассверливать круг из лунок, закармливать все это дело. И потом уже будем начинать рыбалку. Глубина тут, ребят, примерно 5 метров. Течения нет, ничего нету. Соответственно, закармливать буду вот мормышем. И прикормочка у меня тут в тунисе. Кормить буду прямо сверху, пускай опускается до дна. Столбом. Вот. Безо всяких кормушек, без ничего. Просто так. Мышечку мормыша. Туда. И пару-тройку ложек прикормки. Она будет размокать и потихонечку будет опускаться на дно. Рыбку будет долгое время приманивать. Начинать рыбалку я буду с вот такой вот удочки с металлическим кивком. И поставлен мой мухомормыш на вольфраме. Вот такой вот кивок здесь идет металлический. Он идет параболического строя и позволяет делать такую рваную проводку, которая достаточно хорошо провоцирует рыбу. Первый круг принес только несколько неуверенных поклевок, поэтому сейчас я возьму гвоздишарик, скорее всего черный, с латунным шариком, и пойду проверять лунки. Да, кстати, рыбачим мы сегодня не вдвоем с отцом, рыбачим сегодня еще в компании с моим дядей. И вот он сказал, что на гвоздишарик у дна вчера рыбка поклевала. Виктор Петрович к нам идет. У него уже лицо, как у индейца красного. Здорово, здорово. Как дела? Нормально. Нормально? Сейчас съемка идет. Съемка идет? Да, да, нормально. Тебя поймали сразу? Да, он тебя поймал. У меня было несколько поклевок предательских, а там вот на одной лунке. Пенек и на пеньке бревно вот так вот лежит. Да ты че? Да. И камеру. Аж эта мормышка не всегда до дна проваливается. Ты камеру-то опускал? Опускал. Там окуней столько много. Да? Ага. Ну, хорошо видно-то? Хорошо видно. Вот я сейчас поставил зеленый шар.
клюнула. Вот, вот есть, вот сорожка. Хорошая. Шабала как? А? Шабала как, ништяк? Хорошая шабала, уж какая. Хорошая сорожка. Снимаешь, да? Да. Четко. Ух. Хорошая клюнула. Ух. Ух, какая. Вот это плотва. Плотва, так плотва. Мощный. Прошел я, ребят, второй круг с гвоздь-шариком. Поймал несколько сорожек. Парочка таких хороших, зачетных, я бы даже сказал. Ну, сейчас пойдем Витя подойдем, спросим, что он поймал. Заодно посмотрим, как рыбачит. Удочки-то интересные, но самое интересное не удочки. Самое интересное – наживка. Наживка? А где наживка? Вот. Это медуза. Это медуза. А наживка, вот она. Смотрите, ребят. 3 сантиметра, черт. Вот это вот палец, а это вот чертик. Прикольно. Нормально. 3 сантиметра, крючок 8 номер. Вот видишь, я такие кивки из какого дела из этого? Ну я вижу, что это из этой, из бутылки Mountain Dew. Ну, нормальный кивок. Да, его видно зато хорошо. Сейчас я хотел вот вам, друзья, показать. У меня дядя, значит, делает удочки. Вот. Разные. Делает длинные. Вот. И делает... 70 сантиметров. 70. 50. Телескопы. Да, телескопические удочки тоже. Ага. Вот такая. Это 50 сантиметров длина. А если с кивком, то... Но ты, получается, на продажу их делаешь, да? Да. На продажу. Ну, тут сам рыбачу и людей снабжаю, продаю. Угу. Пожалуйста. Так, ну, на апрель 2020 года какая цена вот такой удочки? 800 рублей. 800 рублей. Удочка. Без кивка, естественно. Понятно, что без кивка. Удочка с пробковой рукояткой, ручной сборки, с кольцами, с керамическими вставками. Карбоновый хлыстик, полый и цельная вершинка. И вот эти еще. Легкая. Вес 20 грамм. Вес. Вот, вес 20 граммов у удочки всего-навсего. Представляете, лещ на кило как засядет. Ох, как красиво на ней и будет вот гнуться еще. Все. Ага. Это пожестче, наверное, да? Да, это. Нет, это тоже, только чуть подлиннее. А, подлиннее. Угу. Просто разные размеры. Это уже получается, если это 50, это уже 60. Угу. Вот это уже 70. Это 70. Так, слушай, ну вот смотри, допустим, смотрю я это видео и хочу приобрести я себе такую удочку. Да? Да. Куда мне обратиться? По телефону. А, то есть по WhatsApp можно заказать, да? Да, без проблем. Угу. Телефон там и это. Все понятно. А высылаешь в любой регион? В любой регион, пожалуйста. Ага. Вот это вот 70 сантиметров. Это 70. Ну вот вся линейка. Понятно. Толковые удилки. Рукояточка уральская пистолетного типа. Но она как бы не совсем пистолетный тип, да? Ну такой она. То есть... Ну удобно очень держать в руке. Понятно. Ну а если мне, допустим, надо удочку с прямой рукояткой, тоже можно заказать? Может и с прямой. Какие вот такие идеи можно показать? А кивочки тоже, получается, делаешь? Да, все делаю самостоятельно. Вот такой кивок стрекоза. Вот так,
хоть так его. Угу. Сюда жестче, сюда мягче. Угу. То есть разные стрессы. Все остальное. Угу. Рессора кивок, да? Да. Ты тоже делаешь, да? Да. На пустую школу? Да. Ой, на маленькую без остановки окуни пьют. Угу. Со дна только опускаешься, он сидит. Надоело мотать перенасажем. Компаньонов проведывали. Можно продолжать ловить. Пузатая какая. Пойдет. Хороший размер. Вот это уже покрупнее. Ох, какая хорошая плотва, мощная. Решил я, в общем, взять удочку с чертиком и попробовать проверить, не подошел ли лещ. Ага, вот это была поклевка жесткая такая. Фух. Серьезно. Заплатва хорошая. Клевала на чертик. Мощно как.
Не выдержала она просто. Ну как бьет колбаска. Ну, четко. Нормальная плотва попала. Хорошая. Ну какая четкая. Есть. Какая хорошая, четко. Ну какая мощь. Вот он. Ух ты! Жестко как потянул. Ух. Ух. Хорошая. Ой, как это заплатка. Заплатка. Клевая заплатка, заплатка. Есть. Хорошая сорожка. Ну какая брюша. Четко. Фу, какая попала с драным хвостом. Кто-то ее недавно хотел сожрать. Наверное, крупная щука. Клюнул первый подлещик. Ой-ой-ой-ой. Как ходит туда-сюда. Шумар. Ух ты! Не идет. Ух ты! Тихо, 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 тихо. Нормальная рыбка.
Ну, красавчик. Ух ты! Еще один. Ой-ой-ой-ой. Так. Ух ты! Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну как ходит-то? Ой, леску травит, забирает. Ох. Туда-сюда, в разные стороны. Вот это хороший. Ага, иди сюда. Вот так вот. Еще один. Ну, красавчик какой попал. На гвоздик. За счет. Отличная рыбёха. Вообще огонь. Так вот. Видимо, стайка сюда подошла, что ли. Был у меня достаточно результативный кружок. Поймал я несколько подлещиков. Поупирались так они хорошо. На лесочке 0,1 доставили. Удовольствие, конечно. Пощекотали нервы. Сейчас подойдем к папе, спросим, что он ловит. Ну, тут тоже вот есть рыбка. Хорошая. Ну, какие сорожки. А там сорожка попала. Подлещик. Ну, поклевывать? Да, вот сейчас поднял. Приподнял? Да. А ты на малинку? Нет, я на пустышку. На пустышку, ну, может, подлещик. Пишет, шевельнет и все. Ну, в целом-то рыба начала клевать, я так понял, что вот после обеда, да? Да, после обеда. Ладно, пойду схожу к дяде Вите. Сходи. Виктор Петрович тут чуть не будет на своего крокодильского черта. Крокодильского. Пойду до дяди, еще дойду. Прошу у него, что он ловит. Рыбы ты наловил? Мало. Мало? Ну сколько мало? Ну вот. Ну, видимо, к Виктору Петровичу еще пока подлещик не подошел. Ну, время еще не вечер, еще порыбачим. Пару часиков-то точно. Вот. Пойду сейчас я на следующий круг, надо перевязать мормышку, а то вдруг опять клюнет какой-нибудь лещ на килограмм. Это рвет ее. А леска у меня 0,1, так что надо мормышку периодически перевязывать. Угу. Тоже. Но это маленькая заплатка, ее сразу на выпуск.
Ух, тяжко. Подлещик нормальный такой, причем клюнул. Пошел куда-то. Закрашу губы, смотрите, что. Хух. За самый-самый краешек. О, кто-то там присел. Хороший. Ух. Леску забирает. Хорошка. Жестко как сопротивлялась. Вот такая классная. Четкая плотва. Вот мой улов. А? 4? 4. Еще вот такие вот попали. Вот такой? Такой? Недавно? Вот он начал клевать. Это что? Идет, да? Нет. Я чуть не... отходняк пошел. Нифига, блин, адреналин просто какой был сейчас, ждёт дикий. Я уже думал, все, душка засела. Так на этой лунке не было коряк. Сколько у них? 14 штук вот этих у тебя. Ну ты, наверное, покайфовал. Конечно. Витринган такая, волна, блин. Видно? Хорошо бегает. Смотри, что. Шустая была. Смотри, что. Ну, давай. Подруга. Руками ловим. Угу. Плотва. Ну какая хорошая. Вот клюнул еще один. Нормальная рыба. Вообще не идет. Тихо. Фух. На 0,1 лесочку-то вообще тяжко. Ой.
хороший. О, какой. Четкий. Какой мощный рыб попал. Ух, загляденье просто. Ху как. Вот это да. Вот это да. Ух как. Какой красивый. Это рыбка. Вот это сорога. Четкая. Угу. Метр от дна. Ух, какая. В метре от дна стоит. Хорошая. Самая крупная в метре от дна. Что-то клюнул. Что-то сорожка нормальная такая, толстая. Сейчас будет 550 граммов, даже 600, не, 600 не будет. Че? 595. Сколько? Фух ты, блин, да у тебя весы врут. Всегда так и 300 граммов делаем. Хорошо, как сопротивляется сорожечка. Ну какая. Мощно. Рыбалка сегодняшняя подошла к завершению. Я должен сказать, что я сегодня оторвался. Да, тебе сегодня повезло. Больше, чем мне. Это была хорошая рыбалка. Я на леску 0.1 повываживал хорошую рыбу. Поснимал все это дело. У меня и адреналин был. Сразу два подлещика дуплетом. В общем, красота. Лесочка 0.1. Я ее тихонько-тихонько. Вот. И по количеству тоже рыбки прилично поймали. Я рыбачил в основном на гвоздик, такой с так называемым диско-шариком. А папа рыбачил, я так понял, на ядреный глаз. Да, тоже гвоздик с ядреным глазом. Ну давайте покажем лов сегодняшний.
вот это мой улов. Рыбки вполне такие хорошие. Вот такие вот красавчики клюнули сегодня. Да, крупнее рыба, чем у меня. У меня зато сарашки, наверное, больше. Может быть. Вот эту надо отпустить. И эту тоже. И эту у меня умка. У меня маленький, там еще чуть-чуть. Ерунда. Ну, два такие крупные. Ну да, я вытряс, так скажем. Вытряс своих рыбок сегодня. Ну, покайфовал, конечно, я. Я хотел поймать. И мне повезло, у меня все-таки клюнуло. Да. В общем, друзья, товарищи, у меня у отца сегодня день рождения. Несмотря даже на то, что это видео выйдет где-то в октябре или в ноябре. Сегодня у нас 5 апреля, так что не забудьте следующий год моего отца поздравить где-нибудь там в комментариях. Да. В общем, давайте, ребят, всем здоровья, хорошего настроения, хвостами чешуи на рыбалках, и встретимся с вами в следующий раз. Да, всем здоровья и удачи. Что говоришь, отпустишь подлещик? Да. Ты чего? А, ну давай. Все, убежали. Это тоже. Все, пыль. Вот рыбка. Рыбка. Рыбка, классная рыбка. Классная рыбка. Таких бы штук 15, вот дело было бы. Ну, летом такие. Ну да, ну вот я взвешивал 600 грамм. Ну вот такие рыбки летом клюют. Здесь хорошо достаточно. Угу. Как вот клюет жирная.